Наверное, самый интересный момент крысиных бегов и причина того, что так много людей продолжают оставаться на крысиных бегах, это карточки безделушек. Безделушки — это то, что делает нашу жизнь веселее и разнообразнее. Например, хорошая машина, красивая одежда, дорогие часы, драгоценности, походы по ресторанам, новое стерео. Сила безделушек в том, что они заставляют большинство людей сидеть без денег. Они покупают безделушки, думая, что это активы. Давайте вернемся к финансовому отчету. В традиционной бухгалтерии вы можете посчитать безделушки как активы, в то время как на самом деле это пассивы. Например, предположим, что я купил лодку. Ваш банкир позволит вам записать лодку в строку активов, когда на самом деле это пассив. Причина, по которой люди это делают, это финансовая безграмотность. Многие люди думают, что дом — это актив, когда на самом деле это пассив. Так что, когда ваш банкир говорит вам, что дом — это актив, то он вас обманывает. Он просто не объясняет вам, что такое активы. На самом деле, ваш дом — это актив вашего банка. Карта безделушек очень важна. Таким способом мой богатый папа научил меня радоваться хорошим вещам мира сего. Потому как я не верю в жизнь после смерти, в существование внеземного разума и в накопление денег. Я верю только в то, что надо покупать активы, которые потом купят мне безделушки. Так делал мой богатый папа. Обычно люди покупают сначала безделушки и никогда не оставляют деньги на то, чтобы купить активы. Например, несколько лет назад я хотел купить новый Porsche. Мне надо было накопить $50,000 наличными. Но вместо того, чтобы купить Porsche за наличные, я купил кое-какую недвижимость. И эта недвижимость создала для меня денежный поток, который потом позволил мне купить Porsche. И сегодня мой Porsche записан в строке пассивов, потому что я дополнительно трачу деньги на страховку, ремонт, масло и бензин. Но в то же время у меня есть моя недвижимость, которая принесла мне много больше, чем $50,000. Таким способом вы можете приобрести все безделушки, которые захотите. Все самые чудесные вещи мира. Все, что вам нужно делать, это покупать активы сначала, а безделушки потом. Это путь к богатству и хорошей жизни. Я не верю в жизнь после смерти, в существование внеземного разума и в то, что можно отказываться от чудесных вещей, которые мне предлагает жизнь. Если вы хотите собственную лодку, купите ее себе. Но сперва купите активы, а потом они купят вам лодку. Это секрет, как стать богатым и получить все безделушки, о которых вы мечтаете.